Бросил гранату и стрелял в полицейского. Все произошло в селе Курисово Лиманского района на выходных. Так в полицию обратился местный врач. Он рассказал, что прибыл на вызов к мужчине, который состоит на учете как наркозависимый, и заметил в его доме ружье. Чтобы проверить информацию, на место выехали сотрудники полиции. Увидев их, 35-летний психически нездоровый мужчина закрылся в доме. Сначала он бросил правоохранителей шумовую гранату. После начал стрелять из ружья. В результате инцидента офицер полиции получил ранение. На место прибыли взрывотехники, пожарные, спецподразделение КОРД и скорая. Правоохранители эвакуировали население с периметра проведения спецоперации «Гром» и задержали мужчину. Працівник поліції отримав вогнепальне поранення лівого передпліччя та тулубу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України. Серед цивільного населення ніхто не постраждав.